Я могу это сделать. Я смогу. Только надо вырвать провод. Пусть это будет зеленый. Она еще не взорвалась. Снято. Да черт возьми, снято! Это, блять, уже 30-й дубль! Кому тут надо отсосать, чтобы от этой ебаной бомбы у него яйца разлетелись? Работа с талантами иногда бывает сложной. Иногда они хотят сигарету без фильтра, потом кровать. А иногда вообще массаж ног от Райана Сикреста. Ну, это не особо сложно. Эти парни просто не понимают, откуда они пришли. Ты думаешь, это отпуск? Это что, похоже на отпуск? Подожди, я удостоверюсь, что шлепанцы надел. Нет, их нихуя нет. У тебя нет ног. Ты должен это сделать. Тебе, блядь, придется это сделать. Уверен, скоро увижу тебя, играющего трансвестита-проститутку в ремейке Кабаре от Майкла Бэя. Все еще хочешь уйти? А? К такому вот вернуться? А? Прости, что? Что? Закоса под Марселем Марсо я не понял. Балдаш! Создание Borderlands это как перекусить в машине. На вкус вроде неплохо, но вести машину трудновато. Что за... Он не мог взорвать себя, когда мы снимали? Это был не он. Это был не он? Ох, слава богу. И узнай, он в профсоюзе состоял? Проблема в том, что все актеры органические. Иногда они просто взрываются, или хуже, не взрываются когда надо. Надо быть изобретательным. Тишина на площадке! Снимаем вживую, живее некуда. Эй, ты сам виноват в этом. Шлюха загара мягкого не будет. Мотор! И кто теперь Тони Рома, пидорас? Тачдаун! О, вы хотите знать, что со мной? Окей. Я провел 415 дней в больнице, пока меня штопали. Это было... как бы это сказать? Они сказали, у меня ключица сломана, плюс еще 14 серьезных переломов. И теперь я играю персонажей, у которых нет ног. Или еще каких, кому оторвало что-то взрывом. Так что можно сказать, что моя карьера вылетела в трубу. Ах да, срать приходится в блядскую утку. Иногда я этого не делаю, но подзываю медсестру. Это прикол такой.